Мы находимся на Словетном Полесье при Чернобыльской территории, и сейчас один из наших коротких, Йетте, да, это полесский Йетти, вот в норвежских трусах. Вот, а Йетивод полесский сейчас будет показывать, как нужно проводить дезинфекцию и почему радиация не так страшна, как они говорят официальные власти. Потому что нужно брать специальную волшебную воду, трехлитрово-баночную, вот. Далее ее тщательно миксировать. Вообще это называется это купажировать у французов. Вот делать этакий купаж вот, разных фракций. Да, фракция Да, последняя. и вот последняя фракция идет. Вот, очень тщательно крутить. Теперь нужно аккуратно окунуть палец, указательный палец правой руки, вытерев об жопу, об штаны. И... Да, о! Вот, теперь вы поняли, да, народное средство, как быть выжить, быть стройным, усатым оптимистом. Вот. И вот даже игрушки есть для того, чтобы этот сомелье, сделал. Так, а чего-то не хватает. Черпачка. Черпачка. Чтобы заделать вам Улан-Буте, Да, потому что в Улан-Буте нам нужны тоже всякие противозачаточные средства, чтобы нас не хватало ни малярия, ни учкудук, ни местные таможенники. Вот. Но это вот одни из особенностей монгол-ралли. Это гостеприимство принимающей стороны. Значит, ну, дальше понятно. Черпачок, Чопик и на Харьков валим.